Что мы красивые. Ребенок, тебе там не тесно? А, чудовище маленькое. Ты уверен, что тебе там удобно? А пить остальные как хотят? Нет, в тазике ему мало места, он решил в ведре. Сюрприз! Ребята, подарите нам ведра, нам купаться негде. Стоп. А ты ж попа с ручкой. Ладно, плавай. Что, чудо? Пьют. А мне наплевать, что пить хотят. Мне главное посидеть, правильно? Да? Скажи, сейчас принесу ведро воды. За попе не жарко, да? За попе не жарко, а то, что пить хотят другие, ерунда. Сейчас принесу, козленок. Ребята из бытовки забрали кошек, пересадили сюда на улицу. Им здесь лучше намного, спокойнее. Ну, хотя бы так, ребята, пока. Но хоть на свежем воздухе, уже не в духовке, в этой в бытовке. Там, где все-таки душновато очень сильно. А так им хорошо. Они играют. Здесь взрослые кошки с двумя прививками, стерилизованные. Сейчас они немножко привыкнут и будут выходить. Что это такое? Ну-ка быстро назад! Смотри, какой деловой, а! Гуляет он, да, Лиса? Ну, на посту, да? На посту, да? Рынец. Чего ты охраняешь? Дом охраняешь? Молодец!